Обогащение – это не просто накопление богатств. Эпикур говорил: «Не обогащайся для того, чтобы иметь много, обогащайся, чтобы жить спокойно, точка». Это значит, что истинное богатство – в спокойствии и гармонии. Когда у тебя есть достаточно, ты освобождаешься от стресса и тревог. Важно не гнаться за материальными благами, а стремиться к внутреннему миру. Счастье не в количестве, а в качестве жизни. Создавай уют, развивай отношения, наслаждайся простыми радостями. В этом и заключается настоящее богатство –